ковровая дорожка и живая музыка. Все в лучших традициях. В столице Чувашии открылся 10-й Чебоксарский международный кинофестиваль. В первый же день кинопоказ ленты известного российского режиссера Александра Прошкина «Чудо». Кинозал обновленного «Сеспеля» не смог вместить в себя всех зрителей, а их было более 500. Особенно настойчивые стояли в лестничном проходе. Среди них оказались и наши корреспонденты. Увидеть чудо воочию собрались несколько сотен чебоксарцев. Кинолента режиссера Александра Прошкина была удостоена специального приза за режиссуру «Серебряный Георгий». Кинопрокат фильм вышел в 2009 году. Как он создавался, вспоминает продюсер «Чудо» и один из членов жюри фестиваля Дмитрий Перкулов. Рабочее название фильма было «Чудо». И столько чудес произошло от того момента, когда был открыт сценарий, и до того момента, когда фильм вышел на экраны, что мы решили его так и оставить. Сюжет на грани фантастики, в котором правда сопряжена с вымыслом. И уже не важно, чего здесь больше. Вера, надежда и любовь сотворили чудо. Вернули к жизни главную героиню по имени Зоя. Одни считают, что фильм о вере, другие, что о времени и политике. На открытии фестиваля выступили творческие коллективы республики. Напомним, что в программу 10-го Чебоксарского международного кинофестиваля входит показ игрового кино. Отдельного внимания заслуживает национальный кинематограф. Попасть на киносеансы смогут все желающие. Вход, как обычно, свободный.